А пока к другим темам. 13 российских туристов, в том числе несколько детей, по уточненным данным, пострадали в дорожной аварии в турецкой Анталии. Ранее сообщалось, что травмы получили 11 наших соотечественников. По предварительной информации, у большинства ушибы и царапины. Тяжелых травм нет. В ближайшее время всех отправят на родину. Авария произошла рано утром по дороге из Белека в аэропорт. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. В салоне в этот момент находились 25 россиян. От удара автобус съехал с трассы. Травмы получили также водители обоих транспортных средств. Сейчас причины происшествия выясняют.